уже конфету. И ваюшка, жеваю. И карамель тоже. Карамель лимон. А я карамель вишена. Карамель это конфета. Лимон и конфета вишена. Мы едем в деревню. Всем привет еще раз. Видеоблог из Греции. Тяжелый день сегодня, вторник. С утра подскочили, выкупалась в душе, волосы у меня мокрые, как видели, да? И мы кушаем с Ваюсом конфеты. Он карамель лимони, а я карамель вишенку. И мы едем сегодня на кладбище. Будут вынимать косточки бабушки из могилы и складывать их в специальную коробочку. И потом уберем их в одно помещение, где при кладбище такое есть помещение. Потом я вам покажу, когда туда уберем это все дело. Священник прочитает. И могилку освободим для другого человека. Кто-то помрет, если... Вот здесь в Греции так делается. Вайс вздыхает. Что делать? Через это проходит в основном все население Греции. Рано или поздно эту работу делают. Мне когда-то... Мне написали тогда, когда я вам говорила месяц назад. Месяц назад, наверное, мы съездили, закрыли встречу с этим человеком, кто делает эту работу. Мне написали, наверное, он богатый. Нет, девочки, он совершенно не богатый. Потому что такую работу многие не делают. И вот он, когда делает, он получает денежку и живет за счет этого. Абсолютно не богатый. Может, в других местах где-то есть люди, которые зарабатывают на этом, но он нет. Тяжело, но что делать? Вот на такой нотке будет видео сегодня. Если он пришел утром рано туда, на кладбище, уже работает, уже делает, уже... И мы везем ему такие вещи, ну, как простынку, чтобы туда постелить, в эту коробочку чистую. Хлорку, чтобы он косточки промыл с хлоркой. Он сейчас это все выкопает, сложит в одно местечко, а потом начнет мыть. И мы должны уложиться за 2 часа, потому что надо будет забирать Костика из школы. Костика — это Костас наш. Он сегодня со школы идет в поход. В поход идет он на эту горку, которая напротив нашего дома. Я потом вам покажу, когда приедем. Они идут в старшие классы. 4, 5, 6. Я не знаю, в этом году, ну, обычно на парад ходят 4, 5, 6 классы, но Костя сказал, говорит, наверное, пойдут только 5 и 6 класс. Вот. Вот там у нас праздник 28 октября. И ребята маршируют, все школьники. Кто смотрит мой канал, знает, да, что на парадах здесь, в Греции, маршируют дети. После детей идут уже солдаты. Здесь нет такой военной техники, здесь нет такого, все здесь просто. И сегодня детки идут в поход у нас. Собрали ему рюкзачок за плечи, чтобы ему не тащить сумку в руках. Только забыла ему отдать его камеру, чтобы он этого самого снимал, фотографии делал. У него своя камера, моя старая фотография. Моя старая, она не старая, я мало работала, фотографии делает, он на ней никогда не ездит в поход, но забыла в этот раз. Ладно. Здесь сталелитейный завод, выплавляют железо, привозят старое железо и выплавляют железо. Вот все, что было по дороге, я вам показала. Дорога еще наша строится здесь, еще не построилась, и мы едем по старой, по кочкам. Давайте увидимся.
Доски мастер-сепарки. Как будто, говорит, мы в лодке. Які мазими тусаси? Давай не ти бугаці з а, ти фести робите бугаці, ти фес. А, так. Ваю. Ну, а хто на поруч? Парки тріяни ракими, кафе десь мази? Парки тріяни ракими, кафе десь мази. Ну, я за кафе шпите. Купила кафе. То есть сейчас 3 штуки. Помните, я покупала всего 2, потому что не подумала про него. Про Сулиса. А сейчас ему купили. Ну, авто то кафе, но вижу авто то метрию, допу и не дию. То дико мой недалеко авто. Я себе сладкий кофе купила, а им полусладкий. Ты на авто? Авто кинет. Ой, ой. Мерседес. Мерседес. Мерседес стоит здесь. Раньше мы дошли низким? Не. Опа. Все. Стомата. Ох, кочки, кочки. Смотрите, что здесь делается. Приехали, давайте. Ой, как кофе пахнет, обалденно. Вообще так классно. И купила. Где сексуки на ту парыш? На ту до, ты гинете. Ты на кого вас? Говорит, не ходи, говорит, что ты, говорит, туда пойдешь? Я говорю, не, пойду, посмотрю, что там делается. И на крию кафе, на пинтов тоже крию кафе. Порошок, чтобы все мыть. Как-то не этого самого. Так неудобно. И вам показывать это дело неудобно. Ну, чтобы люди знали, что в Греции такие обычаи, там такое, здесь такое. Да, у него уже все готово. О, на эти мойны ушулись. Сулис там что-то делает. Сулис там что-то делает. А, машинка заехала, видите, туда. И он там командует, чтобы он мог выехать сзади, никого не может. Чего там туда? Давайте посмотрим. Здесь дядя Ваюса. Здесь кого-то, тетеньку какую-то похоронили. Ох, раскопал могилу. Ты, давай. Все, раскопал могилу, уже он все сделал. Туэка на ула из улиц. Ула кафара перепимена. А кто-то кути, какие-то мигалу кути. Вот в эту коробку сложат все кости. Но кости не только бабушкины, но и вон из той коробки дедушкины. Это тоже кости отца Ваюса. Тогда еще была жива мать. И... А? Шконигина на ула. Моно так сильно бы делал. Показать вам или нет? Короче, кто не хочет смотреть, не смотрите. Все, видите, все растаяло. Гроб растаял, все растаяло. Все, он раскопал. Все сделал. Сейчас только будет, он перебрал все косточки. И сейчас будет их мыть. Он говорит, я в 5 часов утра приду сюда делать эту работу. Дакси, Тор, Дакси. Ладно. Ну, видели, да, все там. Сулис делает работу. Сейчас будет и вытаскивать косточки. Залезет в могилу, выкопал все. Потихоньку все это делать будет. Разговаривает с Васей. Он, ну, этот самый, пельмянник бабушки. Не, на феру минеро, не, на пене. Там, а мы пойдем туда в тенечек. Сейчас приедет сестра Ваюса. Вот.
Второй раз будем прощаться с мамой и с папой. Де плероны ты, Майя? Я типа то, Вась говорит, платишь за такую работу. Короче, как сказать, дорого. Кто будет такую работу делать? Сегодня нет священника. Священник уехал по делам. Священник уехал по делам. Приехала сестра его на машине. Сидели с Васем, сейчас разговаривали. Помнила всех, маму, папу, всех-всех. И он тоже. Он ушел сейчас. Смотреть, что там делается. А я вот сижу в машине. Вот такие вот дела. Тяжело. Тут вот, видите, вот это здание, здесь собраны в коробочках уста, не, здесь, говорят, не говорят кокола, уста. И там, может быть, за 200 лет назад лежат вот эти косточки, уста. А, авто, дебилла. Дебилов, я это авто. Да. Он разговаривает про памятник своего дяди. Там пустая могила, просто там стоит памятник, и там стоят косточки его родственников. А вот здесь, вот в этой, может быть, и 200 лет назад сюда оставляли косточки. Люди, коробочки там стоят вот здесь вот. Вот такие. О, плюнул. Солис моет кости. Вон, видите, здесь вот он склонился, сейчас моет. Вон, видите, и череп. Череп еще покрыт волосами. Как у бабушки были волосы, даже такого же цвета и остались. Он их моет, сейчас вымоет, и они такие же будут цвета. Нет, не изменились. Ничего. Вот, дядечка какой-то приехал. Вот эта машина стоит, он тоже мужчина. Не этот, который пошел вот в этой машине красной. Он делает могилы, этот мармур. Мармур сверху с могил делает. Вот. И тоже приехал, какую-то могилу тоже вскрыл, и косточки тоже моет. Тоже. Ну, других. Здесь все же один не может сделать. Вот такую работу они вдвоем здесь делают с этим дядькой. Выкидывает какая-то с улицы, питай, Каты. Да дихну, ты влепишь, ты пута, ту сули влепи, ты пута. Мой посплинет. Каждый своей работой. Он говорит, не показывай. Ну ничего. Ой, дихну в тоту ктирю, килеовца в тоту ктирю, их уста, а потом то сохрани. Он говорит, что ты показываешь? Я говорю, показываю вот этот домик, разговариваю с вами. Сейчас он разложит вон, видите, сюда вот стелил простынь, привезли, которую мы. Он поставит туда косточки сушиться. И они высохнут быстренько на солнышке. И сложит в ящик. Или сложит, или сложит. Положит, доложит, выложит, заложит. Кому как нравится, так и говорите. Вот все уже. Такие вот дела. Надоело я вам с этим делом. Грязно. Он не хочет, Вася, чтобы снимали. Желудок болит, говорит. Ну, это от расстройства у него. Как говорят, анхуш. На рихнет хома ики? Не, 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 не.
αυτό δεν κάνουμε πάλι. Θα προσέχουμε όλοι εμείς. Εδώ είμαστε. Ναι, εδώ. Να μην αρπάξει κανένα πουλί κόκκαλα, κατάλαβες. Α, όχι, σιγά, θα προσέχω. А он в хлорке их это самого хлорку сложил, поддержал в хлорке, говорит, и сейчас говорит, они пахнут хлоркой очень сильно. Вот. Все до единой косточки, даже маленькие пальчики, все. Все до единой косточки выбрал. Ну что теперь? Вот такая работа. Я знаю, что посыпятся дизлайки, посыпятся всякие комментарии такие, всего-всего. Смотрите, какие мушки летают. Видно, нет вам? Такие мелкие-мелкие мушки летают. Где они, гадство? И они почему-то вот, смотрите, видимо, они спариваются и потом падают вот сюда. Вот видите? Вот эти вот. Вот. Валю, ты в тата мигаке. Какие-то пошупула мигаке, какие метаканут. Какие-то метапевты он ставит у кинету опану. Вот такие вот. Я не знаю, что за мушки такие. Вот они. Видите? На, влепишь автайдо. Да, метапевты он ставит в ту кинету опану. Охи, канут. На, какие-то пошупула. Кшергу, на, какие-то пошупула. Какие-то. Сыни, фуллоклиру. Не. О, вообще, целая куча. Целая куча. И они потом падают сюда. Охи. Да, дефевгивы. И падают сюда, вон на крыше там целая куча их. Что за мушки такие, я не знаю. Потом летают, может быть, они спариваются. Вон, смотрите, смотрите, смотрите. Видите, нет? Видите, целая куча их. Вон, 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 вон. Сейчас он упаковывает косточки. И отец ваша, и матери. Все вместе. Потом я сделаю красивую фотографию. Такую вот, вот так вот в рамке. Приклеим их туда. Дакси, канонисис. Додека паратетерту. Не, на пролаву мы, не. Эндека китетерту, ипа. Эй, дакси, не сорвачу. Договорился со священником, приедет сейчас. Ну, типа, отпевание маленького будет. Называется здесь три саги. Надо я важит. Три саги прочитает. И вот. И сейчас этот еще один товарищ, который здесь, у твоей машины стоит, здесь тоже делает сейчас такую же работу. Он сделал. Ай! Фарти! Похоронили здесь вот это вот родственник Цавальса. Похоронили здесь. И вот эти вот стену сделал вот этот вот человек, который делал мармар здесь. А здесь вот эти вот, видите, камни, вот эти вот. Им 3000 лет, их притащили сюда. Здесь, когда было старое кладбище, здесь оно уже много лет. И вот видите, стоят древности камешки вот эти вот. Это вот все новое. Если бы вот эту шкалу, вот это не сделал бы сейчас вот этот вот дядька, сейчас бы вот это все обвалилось здесь. Представляете? Ох. Вот. Такие вот дела. Так что он складывает. Эля, Валя, Оля. Все, косточки все собирает. Здесь жили люди и 3000 лет назад. Вот так вот до сих пор живут. Еще будут жить, дай бог. Красиво. Помните, мы были в центре, вон там вот часы, часы, центральная башня на центральной площади. Видно ее издалека. Вась поехала за вином церковным, который продается в магазине, что прочитал священник. И называется здесь фемиума. Фемиума это по-русски, как же это? Такой пахнущий смола такая, как она называется по-русски? Боже, скажите мне, скажу я вам, называется. Ну вот, поехал купить, потому что не знали мы. Что надо привезти тоже, это самое. И масло оливковое. Ну, масло любое. Но здесь оливковое. Поехал в магазин в деревню. Вот. Дети орут в школе. Жизнь идет. Люди рождаются. Люди умирают.
где-то идет война, где-то идет цунами, где-то землетрясение, где-то люди в трагической состоянии, где-то люди кушать хотят, пить хотят. Все везде по-разному. У некоторых все есть вдоволь, и они не знают, чем заняться. Некоторые люди голодные и думают, как бы выжить. Вот такие вот наши жизненные ситуации. В Индонезии у нас целая куча людей погибла. Ох, в Греции дожди шли на этой неделе. Это тоже что-то страшное было. Многие потеряли дома, обрушились дороги. Много людей погибло с наводнениями, с этими самыми с дождями. На этой неделе вообще было катастрофическое состояние в некоторых местах Греции. В горах на севере Греции, там, на границах, где холодно в Греции. Снег выпал. Ну вот у нас здесь, в нашей Фессалии, все тихо и спокойно. Вот. В нашем районе. Всем вам желаю мира, добра. Уважайте умерших. Цените маму, папу, брата, сестру, детей своих. Любите и вспоминайте. Все, собрал, уложил. Осталось только фотографию и надпись сделать. Но это будет потом. Вайс едет. Приехал. Вот такое вот. Сейчас сделает. Синатона. Бахарика. Вот оно. Смола эта, которая вкусно горит. Валики мыса, намекаис, кшеш посок на кант, кляп, 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 на, вали гриду. Кода молис пире? На. А, не на псуки дьё, помен. Валики то дьё, на. Вали не дьё, нене. На, вали дьё. Дакси, сули, дакси. Дакси, сули, адю. Каляна есе? На. Тебе сега на, Алексе, сапто. Купси иду, цак. Опа, втани, втани, втани. На халашес. На халашес. Иди пойдем на сосед. Ну. На тен. Вали кимеса. Ну, мне хотя бы сулиган. Тен, вали ола. Вали ола с тахерей по той екеш. А, ну, вали тяло кармуна. Кармуна кяло. Все, прочитал священник, все сделал. Закрыли эту коробочку. И мы едем домой. За Костасом в школу. Оп-оп-оп. За Костасом в школу. Все, увидимся в других видео. Всем всего самого хорошего. Орео Дромуш. Хорошая дорога, какая сделали, видите? Вамваки ферренный дом, видите? Сюда привозят хлопок, сдают. Видите, машины, загруженные хлопком. Вот. Себе изменится. Не, вот видите, сколько машин. Это все в 2-3 ряда машины стоят с хлопком. Это все сюда, вот видите, тут сдают, там здание видно, видите? Помните, я в видео, в предпоследнем, что ли, видео делала, когда мы ездили в Икея, и так по дороге был хлопок весь рассыпан, как будто снег. Вот это сюда все свозят, вот даже здесь, видите, стоят эти машины с хлопком, вот видите, хлопок. Здесь собирают его, и сейчас сдают здесь. Еще стоят машины с хлопком. Просто, чтобы вам вот показать, как их сюда привозят. Ну все, теперь точно всем пока. Если без вон машины, видите, все стоят, ждут своей очереди, чтобы разгрузиться. Все, увидимся точно, пока. Домой я попрощалась с вами. Но я же обещала показать вам, какую гору и куда пошли дети наши со школы. Вот эта вот гора. Они по дороге вот так со школы поднимаются. Яшу! Калимера, а ты до лагеря лежишь? А, филакия, на филакия, дальше. Вот, соседка потрещала. Вот сюда они поднимаются на гору. Там будут кушать и потом спустятся в школу снова. У меня есть видео с этой горы. Кто приезжает в Волос, не забудьте посетить эту гору. Если вы не посетите, значит, вы не видели всего Волоса. Только залезете на нее
И сразу увидите весь город. Вот так вот. Все, теперь я с вами прощаюсь точно. И всем всего самого светлого.